Как можно завоевать сердце другого человека? Любовью. Любовью. Да. То есть делать то, что ему приятно, если он того стоит. То есть нужно оценить человека, потом максимально полностью вложиться в него с намерением любви. То есть есть еще какие-то характеристики у этой любви? Это отдача. Это любовь, это означает, что ты ощущаешь желания, потребности другого и делаешь все для того, чтобы их наполнить. Можно ли назвать это духовным проявлением? Ну нет, это не обязательно. То есть если это делается для того, чтобы наполнить желание эгоистически другого человека, это называется земная любовь. Может ли быть между мужчиной и женщиной любовь более высшая, духовная? А нет отношений уже как мужчина и женщина. Это есть отношения между дающим и получающим.